Ребята, всем привет! С вами снова я, Николь. И сегодня я выйду на улицу, но, конечно, не просто погулять. И, короче, да, буду ближе к центру Москвы. Кстати, не переживайте насчет того, что там могут нас поругать. На самом деле, у меня есть пропуск. Да, и я полдня его оформляла. Но оформила... И пропуск в медучреждение. И мне, если честно, чуть страшно, но я еду к зубному, не просто так, конечно, гулять. И хочу вам показать, что же творится в городе. Так что оставайтесь со мной, посмотрим, что вместе творится в городе. Погнали. Ребята, кстати, у меня есть средство защиты от вируса. Вот здесь масочка лежит, я еще содену и пойду в такси. И... постараюсь вообще снять, что творится в самой поликлинике. Погнали, погнали, погнали. Еще этот дождь дурацкий, мокрый. Вообще наша героиня переодевается. А то вдруг это... Сейчас я хочу рассказать все, что я видела сегодня. Я видела, во-первых, много машин. И вообще не видела почти людей, которые ходят где-то на дорогах. Ой, на тротуарах. Вот. Наверное, я видела человек 10 за окном, не знаю. А еще, когда я зашла к врачу, я, конечно, это все снимать не стала. Врач, сам врач зубной и медсестра были одеты в халаты, шапки вот такие, две маски вот здесь. И это было вообще пипец, но это было очень прикольно. Ну, я там такая лежала, вот. Меня уже все сделали. Мне, например, не брекеты нацепили ленточку из резиночек, я не знаю, как это назвать, но это очень прикольно, они вот такой волной идут, а сюда вот прикрепили мне проволоку, это, наверное, чтобы стянуть зубы. Не знаю. Думаю, что все будет хорошо. Вы, самое главное, сидите дома, надевайте маски, если вдруг вам куда-то нужно, берите пропуски, это тоже важно, потому что может кое-что приключиться. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на мой канал, ставь этому видео лайк и подписывайся на мой инстаграм, ссылочка будет в описании под видео. А я с тобой прощаюсь. Пока-пока!